Сегодня вторник, 11 апреля. О главных новостях расскажут мои коллеги в студии. Максим Малынов, здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основном. Под областной полицией сегодня пикетировали. Правоохранители обвиняют в незаконных задержаниях и избиении активистов. Сейчас вся реформа национальной полиции, пафосные посты в Фейсбуке, пафосная реформа. Нашли, что искали, и даже больше. На Одесском авиационном заводе прошли обыски. Какую находку обнаружили правоохранители? И в Черноморске всем городом пытаются построить храм. В таком необычном месте в старом вагоне поезда расположился настоящий храм святителя Николая. А теперь об этом и многом другом подробно и по порядку. Под областной полицией сегодня пикетировали патриотические организации. Правоохранители, как в старые добрые времена, обвиняют в незаконных задержаниях и избиении активистов. По мнению митингующих, полицейские беспределили в день освобождения Одессы. Охраняя порядок на Аллее Славы, они загрузили в автозаки более 20 горожан. Сейчас вся реформа национальной полиции, пафосные посты в Фейсбуке, пафосная реформа, все профанация и великая бутафория. Никакой реформы немає. Под областным управлением полиции около сотни горожан митингуют против полицейского произвола. Говорят, накануне их избивали и незаконно задерживали. Національної поліції, нової поліції, реформованої, патрульної, яку нам впарювали під гарною вивіскою в 2015 році. Задержання произошли в день освобождения Одеси. Праздничные мероприятия охраняли столичные патрульные и местные экс-беркутовцы. Не брезгуя дубинками и наручниками, они задержали 21 человека. Полицейских митингующим не спешили, так что пикетчики сами зашли в гости к стражам порядка. Ганьба! 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 Мусора! Мусора! После таких кричалок глава областной полиции все же вышел к митингующим. Дмитрий Головин признает, на Аллее Славы палку таки перегнули. Даже обещает расследование. Официально будет опубликован наказ о проведении. Официально на сайте нацполиции в Одесской области будет опубликованный наказ про проведение службового расследования со списком осіб, які будуть відсторонені от виконання службових обов'язків на момент розслідування. Несмотря на обещания, задержанные на Аллее Славы планируют жаловаться в военную прокуратуру, чтобы не в меру жестких копов привлекли к уголовной ответственности. Константин Га, Константин Длужневский, 7 канал. Большой пожар на даче Ковалевского. Сгорело 15 домов. Сообщение в службу спасения поступило под утро. Из-за угрозы быстрого распространения огня и взрыва газовых баллонов на причал номер 133 направили дополнительных спасателей. По прибытию первых подразделений было установлено, что огнем охвачено несколько куреней на общей площади 1000 метров квадратных. Пожару сразу был присвоен повышенный номер вызова – пожар номер 2. Всего для тушения пожара было задействовано 4 единицы специальной и 6 единиц основной пожарно-спасательной техники, более 70 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений. Пожар ликвидировали в 7:30 утра. Общая площадь возгорания – более 1000 квадратных метров. По словам спасателей, тушение огня осложнялось плотностью застройки причала и отсутствием подъезда к морю для забора воды. В результате пожара пострадал хозяин одного из домов. Мужчина пытался потушить огонь самостоятельно и получил ожоги рук. Нашли то, что искали, и даже больше. С самого утра на Одесском авиационном заводе проходили обыски. Сотрудники СБУ и прокуратуры уже изъяли документы, якобы связанные с коррупционными схемами. Там же нашли пистолет с глушителем и патроны к нему, а также украденный еще в 2010 году настоящий самолет. Речь идет об самолете, который прибыл к нам из Анголы. Вот. Другими словами, произошла подмена самолета.
После ремонта он был отправлен, не тот самолет, был отправлен за пределы нашей страны. Поэтому необходимые документы найдены. Сейчас будет работать уже следственная группа. Отмечу, что Одесский авиационный завод входит в перечень предприятий оборонного значения Украины. По словам оперативников, здесь действуют разные схемы по выведению денег в тень. ДТП с участием охранной фирмы произошло сегодня. На пересечении улиц Осиповой и Базарной сегодня утром столкнулись две иномарки. У Рено разбиты фары, часть кузова, не протекла рулевая рейка. Вот у Шкоды помято правое крыло. Очевидцы рассказывают, внедорожник не уступил дорогу, двигаясь по второстепенной улице. По сути, как они ехали, то видно, что они по Базарной ехали, да, охранная фирма. А эти по Базарной, то это самый по Осиповой, да. Этот просто не уступил. Хотя должен уступить. Знак висит, уступить дорогу. Представители охранной фирмы говорят, что виной аварии послужила газель, которая была неправильно припаркована на обочине. Все из-за этой газели, видите, она стоит, она мешает перекрестку, невидимость вообще никакой, можно так сказать. Как бы видимость есть, за этой газелькой, да дальше есть видимость, и видно, что машин нет. А уже как бы подъезжаешь ближе к перекрестку, она видимости. Но, к счастью, обошлось без пострадавших. На место ДТП сразу прибыли патрульные полицейские, они и разбирались ситуации. Еще один инцидент произошел сегодня в городе. Уже привычный обвал со дня создания научной библиотеки Одесского национального университета имени Мечникова упал сегодня карниз. Камни рухнули на зеленую зону прямо рядом со скамейками. К счастью, никто не пострадал, но, к слову, здание находится в аварийном состоянии. Но, по словам местных жителей, части фасада здесь падают регулярно. Мне кажется, вот это же библиотека имени Мечникова. Недавно тут обрушился карниз, и никто его долго не убирал. Мне кажется, во-первых, это опасно для жителей, которые могут проходить, и просто на голову ни с того ни с сего упадет часть нашей замечательной архитектуры. А с другой стороны, просто не знаю, куда смотрят коммунальщики, которые неделями не убирают это. Ну, в общем, готовимся к курортному сезону. Причиной обрушения люди называют плохое водоотведение на крыше. Я напомню, что здание научной библиотеки является памятником архитектуры и нуждается в капитальном ремонте. В Одессе работает первое в Украине энергетическое агентство. Организация, которая контролирует расходы энергии в госучреждениях в целях экономии. Об этом стало известно на киевской выставке форуме «Независимая теплоэнергетика-2017». На мероприятии обсуждали перспективы альтернативного топлива. Вот как украинцам предлагают экономить газ, смотрите далее в сюжете. Уменьшить газовую зависимость Украина планирует с помощью теплых кредитов на окна, счетчики, котлы и утепление жилья. Их частично оплачивает государство. В Верховной Раде рассматривают ряд законопроектов по поддержке тех, кто занимается возобновляемой энергией. Тут ситуація добра як для виробників, які зможуть заробляти на цьому, так і для мешканців, які будуть використовувати цю теплову енергію з інших видів палива. Вони отримують дисконт на 10%. В первом чтении уже приняли законопроект об энергетической эффективности зданий. Мы сможем побачити, сколько споживает та или інша установа и какие заходы для этого нужно сделать. Оскільки мы вводим новую галузь на рынок, это энергоаудиторов. Первое такое энергетическое агентство уже появилось в Одессе. Специалисты будут мониторить расходы на энергию в полутысячи бюджетных организаций. По подсчетам это позволит сократить затраты до 5%. В госэнергоэффективности обещают, что уже через 3 года Украина на 11% будет обеспечиваться альтернативным топливом. В Австрии эта цифра давно достигла 50%, рассказывает Бернхард Хойслер. 30 лет тому назад мы активно начали использовать древесную щепу, лесопильные отходы и так далее, поэтому это у нас уже в большом объеме развито. И хочу пару слов сказать об Одессе. Лесных ресурсов не так много, но можно подумать и об использовании сельскохозяйственных отходов. Как я знаю, именно в вашем регионе большой потенциал. Украинские компании начинают набирать обороты. В Киеве уже готовят к открытию биогазовую станцию, которая будет работать на органических отходах. Она выполняет работы
утилизации, экологический аспект решает. Получается биогаз. Биогаз через генератор сжигаем и продается по зеленому тарифу электроэнергия. И после этого еще получается теплая вода, которую можно использовать для строительства теплицы, и удобрения. Если проект заинтересует инвесторов из других областей, это сэкономит стране большой процент газа, который сегодня закупают за границей. Разработкой энергоэффективных проектов занимаются и студенты. Они предлагают сделать уличное освещение не только экономным, но и полезным. Например, включать синюю подсветку, когда пешеходы выходят на зебру. Водители на синий цвет реагируют намного лучше, и скорость срабатывания реакции намного быстрее. Вот. Также большое количество ДТП происходит при плохих погодных условиях. Снег, дождь, туман. Мы тоже с этим боремся. Когда у нас снег, дождь или туман, фонари зажигаются желтым цветом. Проектом уже заинтересовались в Верховной Раде. Наталья Костенко, Олеся Повар, Юрий Юрченко, 7 канал. В полевых условиях одесский нейрохирург Юрий Гефичук провел сложнейшую операцию. В прифронтовом госпитале он удалил опухоль головного мозга. Операция проходила всего лишь в 60 километрах от боевых действий в городе Бахмут Донецкой области. Пациентка Юрия – 72-летняя женщина. Волонтеры говорят, что она болела уже 2 года. Сложность операции еще заключается в том, что длительность – это 7 часов, руки в напряжении. Мы же понимаем, что это нейрохирургия, поэтому тут плюс это операция на открытом мозге. Удаление опухоли с размером куриное яйцо. Еще и площадь очень большая, височная доля. На 9-й день после операции женщина начала разговаривать, но до того из-за опухоли мозговые центры речи были повреждены. Отделению нейрохирургии детской областной клинической больницы вручили новые кровати. Приобрели их в рамках платформы «Доброе дело». Собирать деньги помогал благотворительный фонд «Каритас». Все кровати, кстати, украинского производства. У нас, в принципе, никто не финансирует. Если финансирует, только в очень маленьком объеме. Поэтому мы рассчитываем на помощь благотворительных фондов, благотворительных платформ и просто неравнодушных граждан. В отделении нейрохирургии установили 25 новых кроватей, но на этом поставки не заканчиваются. В ближайшем будущем больница ждет еще 15 коек. Так спешили в Европу, что подрались за паспорт. У входа в Суворовское отделение миграционной службы произошла потасовка. Мужчина, желая быть первым в очереди на получение биометрического паспорта, распустил кулаки и ударил пенсионера и женщину. Как сообщает корреспондент украинской службы информации, успокоить агрессора удалось только прибывшим на место полицейским. После чего далее идет цитата наших коллег. На глазах собственной жены и ее собаки он признался, что он не мужчина. Конец цитаты. В Черноморске началось строительство нового храма. Помогают прихожане Украинской православной церкви Киевского патриархата и местные предприниматели. Но денег все равно не хватает, а поэтому церковь до сих пор ютится в вагончике. В особенном храме побывала наш корреспондент Екатерина Лапицкая. В таком необычном месте в старом вагоне поезда расположился настоящий храм святителя Николая. Заходим внутрь. Здесь хоть и тесно, но очень уютно. Вот тут вівтарна частина, вот так прироблена. Зараз піст, остання седмиця, і тому хрест винесений на середину розп'яття Господня Голгофа. Стены украшают иконы, большую часть которых храму подарили жители Черноморска. Есть и чудотворные. К примеру, это святого Николая. Ее передала верующая семья. Родину Сапожниковых, які буквально виміняли, я кажу, за якісь копійки в одної сім'ї. І вона, ця іконочка Святий Миколай сотворив їхній сім'ї чудо, і вони передали до церкви. Але вона була повністю темною, і нічого не було видно. От лишень кутик видно, яка вона була. І оце за ці роки вона повністю просвітліла.
По словам отца Михаила, больше 10 лет назад вместе с местными жителями здесь начали создавать Украинскую православную церковь Киевского патриархата. На сьогоднішній день маємо вже таку красу, багато ікон пожертвованих, багато людей, які вишили для цієї церкви, для майбутньої церкви вже нової, тому що, бачите, активно ведеться будівництво. От. Але кого не питаюся, всі люди, які переступають поріг цієї каплички, відчувають якийсь певний затишок, молитовний дух Божу благодаті. Новий храм буде величественним і просторним. О його созданні мечтали давно. Долго добивались земельного участка. В 2014 году его все же выделили. Тогда и началось строительство. Храм полностью имеет такую незвичайную архітектуру, от це так спеціально підібрано, тому що вона буде дивувати кожного парафіяна. Навіть кожне віконечко, яке будується в ній, будується під певним радіусом, що промінчик з кожного віконечка буде падати саме на середину храму. В строящемся храмі, даже несмотря на строительные леса, очень просторно. Це в нас ось серединка храму, притвор, і там вівтар такий досить великий буде, от, з Божою допомогою. А потім вже буде накриватися, повстане центральна баня, купол, хрест, де буде освячуватися. От, і з Божою допомогою. Крок за кроком я вірю і впевнений, що Господь сподобає нас добудувати цю нашу святиню. В здании только залили своды. Работы еще много. На этом месте на втором этаже расположится церковный хор. Само здание будет достигать высоту 30 метров. Сейчас строителей нет, уехали на Пасху к родным. По словам настоятеля храма, вся бригада специализируется на строительстве церквей. Господь послал нам дуже хороших майстрів, які за своє життя збудували більше вже як 20 церков. От, і знають досконало і архітектуру, і креслення, тому що позакінчували вищі вузи по будівництву. От, і в першу чергу, що мене радує, це відноситься дуже трепетно до будівництва святого храму. От, підходять дійсно з надзвичайно великою страхом Божим і з любов'ю до свого діла. І роблять це, можна так сказати, половину жертвуючи, а половину для того, щоб прокормити своїх сім'ї. Но даже несмотря на это, на завершение строительства денег нет. На материалы и зарплату рабочим собирают по копейке вместе с прихожанами. Как могут, помогают и местные предприниматели. Одни привозят бетон, другие – арматуру и строительные леса. Они необходимы и сейчас. Зараз у нас так гостро стоїть питання про арматуру, тому що, знову ж таки, ось тут, де перекриватися перед бетонними роботами, мусимо зав'язати сіточну арматуру. От, я вже навіть знаю, який номер, тому що дзвонив до наших будівничих, і вони прорахували по проєкту. От, восьма арматура, їй треба декілька тонн. От, і бетон, і оце ліси, щоб ми якось далі зрушилися. Помочь в строительстве храма святого Николая может каждый. Достаточно лично приехать в Черноморск на улицу Виталия Шума 6Е и оставить пожертвование в храме. Либо с помощью банковского перевода. Номер счета в Приватбанке вы видите на экране. Екатерина Лапицкая, Валентин Мирза, 7 канал. Студенты пищевой академии учили школьников печь пасхальные куличи. Праздничный хлеб, который приготовили на мастер-классе, отправился в военный госпиталь и детский дом. О секретах рецепта и интересных украшениях больше расскажет Яна Нестеренко. Ученики 118-й школы теперь могут самостоятельно печь пасхальные куличи. Для мастер-класса выбрали самый простой рецепт. Праздничный хлеб подготовили заранее, так как на приготовление самого теста нужно почти 6 часов. И забыли поделиться и секретами замешивания, а также рассказали о нюансах выпекания. Масло наше сливочное, размягченное, мы будем вводить чуть попозже, когда у нас первый раз поднимется наш пасхальный кулич. Это для того, чтобы дрожжевые клеточки не обволакивались жировой основой и чтобы они могли набрать силы и хорошо начало бродить наше тесто, подниматься наше тесто. После этого мы его будем распределять по формам, по весу. И в формах оно еще где-то минут 30 должно расстояться тесто. После этого мы выпекаем, у нас будут небольшие пасочки в примерно 200 грамм. То есть мы выпекаем где-то температура 180-200 градусов на протяжении 30 минут.
После этого мы их достали и еще украшаем. Эти куличи отправятся к празднику Пасхи в военный госпиталь и детский дом. Мастер-классы пищевая академия проводит не первый раз. Студенты всех факультетов ежегодно обучают школьников печь Пасхи. Студенты наши навчають основам випікання цієї такої випічки, яка дуже має велике значення у це святе свято, яке ми всі чекаємо. Сьогодні в результаті майстер-класу буде випічено 30 пасочок, які будуть передані в рамках тижня добрих справ, які проходить сьогодні в нашому місті. Звездочка аніса, апельсиновая цедра, цукаты и даже цветы. В приготовлении праздничных куличей самая интересная часть – это украшения. Все ингредиенты должны быть натуральными, без обработок. У нас есть еще звездочки аниса. Кто знает, что это за приправа такая? Пахнет вкусно, да? Ее добавляют лекарственные. Нет, пахнет очень вкусно. Ее, конечно, так кушать нельзя, но можно добавлять, в принципе, потом в чай. И вы будете пить этот чай с удовольствием. Катя пробует приготовить глазурь для украшения. Говорит, приготовление теста – дело сложное. А вот рецепт крема запомнила с первого раза. Сахар, вода, потом желатин. Это все на огонь. Потом взбить и добавить лимон. Ну, сок лимона. Чан готовит пасхальный кулич впервые. Парень рассказывает, таким праздничным хлебом их всегда угощают соседи и близкие друзья. В семье Чана не пекут. Мама не делает, да? А как ты думаешь, если поделишься с ней рецептом, будет делать? Ну, если я сделал ее, и она попробует, и для нее это будет вкусно. Ну, может быть, я не знаю. Те, кто захочет дома приготовить 7 таких 200-граммовых куличей, понадобится 6 часов времени и около 150 гривен. К слову, в мастер-классе использовали только домашние продукты. Яна Нестеренко, Алексей Барановский, 7 канал. Писанки, пасхальные ручники и открытки для воинов АТО. В общеобразовательной школе номер 55 для учеников младших классов провели сразу несколько творческих уроков. Все, чтобы дети могли приготовить к Пасхе подарки для воинов АТО. Все подробности знает Екатерина Лапицкая. В каждом из 6 классов дети готовят особые презенты для воинов. К примеру, здесь ребята оформляют традиционные деревянные писанки. Мы сегодня раскрашиваем яички писанки разными символическими цветами. Это подсолнух, это символ семьи. В соседнем кабинете школьников учат делать открытки. Это один из пасхальных символов – кролик. На шаблончик вот все эти детали треба было вырезать и наклеить. Вушка, тут расфарбовать и ножки. Яичко наклеить, разрезать и вот прикрасить. Осталось. По словам учителей, дети не только узнают больше о традициях и учатся чему-то новому, они еще и делятся частичкой тепла. Чтобы они почувствовали атмосферу, наверное, дома, семьи, потому что школа – это большой-большой дом, и перенести эту атмосферу для них, и вложить всю свою, все свои старания в работы, чтобы поднять им настроение, чтобы было им легче, пожелать им всего хорошего, счастья, здоровья и обязательно мира. И скорейшего возвращения домой. Чтобы эти работы не видели дома у своих деток и своих близких. Еще один вариант пасхальной открытки в виде бумажной вышивки. На каждой ребята напишут свои пожелания для тех, кто вынужден отмечать Пасху на передовой. Напередодні великодневих свят в нашій школі проводиться акція «Весняне диво». В цій акції приймають дітки всієї школи. Особливу увагу приймають дітки початкової школи. Створено майстер-класи і відкрито майстерні невеличкі в кабінетах. Як можуть, намагаються підняти нашим воїнам настроєння в праздничний день. Хто відкриткою, писанкою або яркою праздничною тарілкою. А хто пряником в формі цыпленка. Говорять, желають українським воєнним лише одного – чтобы наступил мир. Чтобы ну, все никогда не ругались, у нас в нашей Украине не было никакой войны.
чтобы вообще никогда не было войны и никто не ссорился. И, конечно, для защиты готовят своеобразные обереги, хоть и бумажные, но все же вышитые рушники. Я побажала им перемоги и мирного неба над головой. Совсем скоро все эти работы передадут волонтерам. Все, чтобы каждая открытка и пряник успели попасть к воинам в госпиталь и непосредственно в зону АТО на Пасху. Екатерина Лапицкая, Евгений Руденко, 7 канал. Ну вот таким мы видели этот день наши корреспонденты. Следить за новостями 7 канала всегда можно на официальном сайте, в Твиттере и социальных сетях. Завтра с новостями Одессы вас будет знакомить моя коллега Олеся Татар. Я же прощаюсь с вами до четверга. Берегите себя и Украину. До встречи.